Ну вот и подведены итоги конкурса на самое оригинальное поздравление с днем рождения телеканала «Амурск». Кто стал обладателем приза, смотрите далее. Весь коллектив телеканала «Амурск» выражает искреннюю благодарность всем, кто принял участие в конкурсе, предоставив оригинальные, искренние и очень креативные поздравления. И вот подошло к завершению совместное голосование сотрудников телеканала с телезрителями. С удовольствием представляем вашему вниманию результаты конкурса. Победителями стали Глеб Чурилов, воспитанник отделения социальной реабилитации. Глебу 12 лет. Он очень амбициозный, умный и любознательный мальчик. Он подготовил очень доброе и искреннее поздравление. Я поздравляю нашу телекомпанию с очередным днем рождения. Желаю счастья, успехов, здоровья всем сотрудникам нашей телекомпании. Я говорю огромное спасибо за их находчивость, за их остроумие, за их красноречие, за то, что они всегда радуют наших жителей хорошими, добрыми, приятными известиями. Я желаю, чтобы они процветали, чтобы они никогда не забрасывали вот это дело. Чтобы наша и говорю огромнейшее спасибо за то, что они создали такой хороший праздник. С уважением, город Амурск. Приз – подарочный сертификат на безлимитное посещение батута все лето. И следующие победители – это две одноклассницы-подружки – Эльза Прокофьева и Кристина Покулова, которые к конкурсу отнеслись очень серьезно. Они, объединив свои силы, фантазию и находчивость, нарисовали прекрасный плакат. Правительство Хабаровского края 2016 года. Диплом правительства Хабаровского края за третье место краевого конкурса «СМИ «Зеленое море тайги» 2017 год. С днем рождения! Приз – 5 бесплатных посещений с неограниченным временем детского развлекательного центра «Жирафик». Телеканал «Амурск» искренне поздравляет победителей конкурса.